Дорогие друзья, приветствую вас, так как многие страдают от аллергических разных реакций. Сегодня хотелось бы вам сообщить, с какими продуктами мы можем помочь человеку справиться с аллергией или же уменьшить такие вот мучения человека. И такой вот самый классный продукт называется гистоблок, как стоп-аллергия на основе сафоры японской. Это как скорая помощь и хороший продукт именно при проблемах с аллергией у человека. По 2-3 раза принимаем, тогда будет эффект. Также есть Шаркрей-формула, который контролирует избыточную реакцию иммунной системы на аллергены. Очень хорошо принимать в постоянном приеме коралловый кальций или кальций-магний-хилат. Также хорошо МСМ, метилсульфат-метионин, который уменьшает проницаемость тканей для аллергенов. А вообще к аллергии нужно готовиться заранее, буквально с февраля месяца. Очень хорошо начинать принимать пчелиную пыльцу, так как она содержит пыльцу многих растений. С февраля месяца по одной капсулке, в марте 2, в апреле 3 капсулки. Также мы добавляем МСМ, метилсульфат, метионин и гистоблок по одной капсулке, а уже в период бурного цветения вы уже тогда добавляете по 2-3 раза. И у меня многие клиенты благодарны, избавились от этих неудобств, чувствуют себя прекрасно, они забыли, что такое аллергия. Так что будьте здоровы.